Привет, друзья! Мы находимся в генуэзской крепости Феодосии, возведенной в 14 веке в рекордные сроки. Крепость была построена генуэзцами, выходцами из Италии. Ее стены защищали жителей города Кафа от врагов. Никто не мог завоевать эту крепость, настолько хитро она была построена. Удалось это сделать лишь Золотой Орде. Они закинули внутрь крепости зараженные тела, наступила чума, и генуэзцы вынуждены были отправиться в Италию. Крепость забыта властями, за ней никто не следит, поэтому она находится в аварийном состоянии. Самое поразительное, что на территории расположились жилые дома с людьми. Здесь живут люди, у них машины и небольшое хозяйство, огородики. Вот они, жилые дома. Стена вековой давности служит забором. Оригинальненько. Семивековой заборчик. Вход на территорию крепости бесплатный, поэтому на развалины приходят посмотреть достаточно много туристов. Стены крепости сделаны из мраморного известняка. Весь комплекс включал в себя 30 башен. Каждой башне было присвоено свое имя. Эти две башни называются Клементина и Криска. В центре Феодосии сохранилась еще одна башня под названием Константин. От всей крепости сохранилась лишь одна стена, вот эта, по которой я иду, так как в начале 19 века стены активно разобрали местные жители для строительства своих домов. От старых зданий и сооружений внутри крепости почти ничего не осталось, лишь пара церквей.